И всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, вы на канале This is my gaming show. В этом видео я покажу, как сделать такой замечательный, но небольшой домик. Давайте отлетим подальше. И давайте приступим. Делаем сначала постройку в 7 блоков. То есть у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Этот дом можно построить в любой версии. Дальше у нас 9 блоков. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это тоже считаем, тогда 9 будет. А если не считать, то будет 8. 6, 7, 8. Соединяем все это дело. Без этого никак. Далее мы подлетаем с любой стороны и ломаем 3 блока. И продолжаем конструкцию в 3 блока. Иди отсюда, курица. Так, делаем пол. Этот дом подходит для начинающих, ну, только вот создал мир и вот немножко продвинулся, там добыл немножечко камня, немножечко деревца, и можно спокойно построить этот домик. Так, делаем вот такую вот штуку в 4 блока высотой. Я сразу же соединяю, вы можете сначала сделать. Вы можете сначала сделать по периметру вот эти вот палки. Можете вообще сначала обвести, как угодно. Я немножечко спешу, поэтому, что уже вечер. Наверное, видите по часам, уже 8 часов. А мне надо еще и уложиться во время. Ну, просто я не хочу делать ролик больше, там, минут 15-16. Не потому, что у меня бандикам не позволяет больше 10 минут, а потому, что я не хочу делать длинные ролики. Во-первых, долго будет в YouTube загружаться. Во-вторых, лень. Так, теперь мы приступаем к постройке стена в один блок. А в один блок я ее так называю, потому что она строится вот таким методом. То есть один блок окно, один блок окно. Так, приступаем к окнам. Окна мы делаем вот таким образом, с помощью ступенек из булыжника и стеклянной панели. Так, я тут забыл ступенечки поставить. Мне кажется, этот домик очень даже ничёшный. Ну, в смысле, он красивенький. Ну, правда, он немножечко маловат. Но если живешь в нем один, как бы, ну, не играешь летсплеями там на сервер, на чем-то, то он вполне сойдет. Просто особо кровати тут много не поставишь. Сундуков тоже много не поставишь, поэтому... Домик этот очень красивый, но маловат. К сожалению, мало.
я там, наверное, не поставил. А, не поставил. Так, теперь тут. Это у нас, я называю, вот это вот носатый дядька, потому что это вот коричневое дерево, это нос, а вот эти вот окна, это глазки. Так, с окнами и стенами мы закончили. Так, теперь только тут осталось. Ой, куда мы летим? Здесь осталось только поставить. И сделать потолок. Потолок я сейчас быстренько сделаю. Мне интересно, пишите мне в комментариях, у кого какая была версия первая Майнкрафт, первого Майнкрафта. Ну, вот он только скачал. Пишите не только версию, как бы, ну, цифры, а еще и ПК эта версия, Pocket Edition. Мне просто интересно. Вот у меня первая была версия, это Pocket Edition. Я ее нашел в Play Market, она на тот момент была еще бесплатная. Это была версия, наверное, 0.4.0 вроде, или 0.3.0. Я ее скачал. Ну, конечно же, я умудрился поиграть и в 0.1.0, когда мне стало интересно. Наверное, я сниму на нее обзор. На 0.1.0. А, еще, я безумно радуюсь тому, что выпустилась наконец-то 0.14.0, билд 1, Pocket Edition. Ну, Minecraft Pocket Edition 0.14.0. Билд 1. Я не знаю, может, есть и второй билд. Я ее качал еще в начале недели. А вот, по-моему, во вторник я ее качал. Ну, неважно. Я очень безумно рад. То, что добавили туда повторители, компараторы. Все, что пожелаешь. Не так немножко начал. Но, к сожалению, вы, наверное, смотрели мой последний ролик, и там было в новостях, что появятся белки. Это, к сожалению, неправда. Да, это неправда. Белок там, к сожалению, нету. Еще я вам... Ну, наверное, будет в следующем билде это все. И, наверное, в релизной версии или в альфе. Давайте поспим. Так, мы поспали. Теперь, минусы версии 0.14.0, ну, в принципе, они не минусы, они, так скажем, недоделки. Обещали, что появится липкий поршень уже в первом билде, но я читал вроде новости, он появится только в пятом или в третьем билде. Липких поршней и обычных поршней, к сожалению, нету, но добавили... блок слизи, на нем можно хорошо попрыгать. Можно сделать хороший себе батут. Я, наверное, покажу, как его сделать. Я думаю, вы поняли, как делать крышу. Поэтому я делаю вот так. Вот, я его построил. Извините, поставил на паузу. Но я думаю, вы поняли, как делать ее крышу. Я вам покажу. Вот она. Как выглядит. Но она делается несложно, очень простая. А, и еще, если вы будете строить, и у вас будет на вот этот блок ниже, это так надо. Ну, это правильно, как бы, вы не пугайтесь и делайте, ну, вот просто на один блок будет выше. Вот эта вот крыша. Это как бы крыльцо. Ой, извините. Это как бы крыльцо и... Вот очень красивый домик, он мне очень понравился. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Всем пока, до новых встреч!